а именно для для семей, у которых родился уже первый ребенок, не второй, как было в предыдущей региональной программе. Также расширяется период действия данной программы, он будет распространяться на тех, у кого родился ребенок, начиная с 1 января 2018 года. Кроме того, предложено расширить перечень лиц, на кого будет распространяться, также для отдельных категорий граждан. Это многодетные семьи и также молодые семьи. Акционерное общество Агентства ипотечного жилищного кредитования Вологодской области как оператор программы проводит консультационную и разъяснительную работу в настоящее время. Для этого создан специальный телефон горячей линии 8 800 22 22 606. Ипотека у нас уже была получена, уже живем в квартире, но из соцсети узнали о региональной программе по снижению процентной ставки. Вот. На семейном совете было принято решение, обсудили все, приехал, проконсультировался. Вот. То есть будем собирать документы.